Приветствую вас, знаете, для начала давайте определимся так, какой раздел нашего сайта вы хотите поместить свой вопрос. Можно поместить его в раздел эзотерики, ваш вопрос. Тогда эзотерики ответят вам по непосредственно вашему запросу и скажет вам, почему и от чего произошло то, что вы пишете. Если вы задаете свой вопрос в раздел все-таки больше психологии, если вы именно психологическую точку зрения хотите услышать, то я боюсь, что вы дали слишком мало информации для этого. И нужно больше узнать о вас, о вашей жене, о том, сколько вы вместе, ну и так далее. Это все-таки очень важная информация, без которой нельзя вам как-то определить именно с научной точки зрения, с точки зрения психологии. Далее, вы пишете про то, что ваша жена потеряла к вам интерес. Ну, хорошо. Давайте так. Интерес в каком плане она потеряла? То есть, что это за интерес? Ведь интерес может быть разный, да? Это может быть интерес, связанный, там, например, с сексом. Это интерес может быть связанный с личностью. Это интерес может быть связан с чем-то еще. То есть, в какой сфере вы чувствуете потерю интереса? Первый момент. Второй момент. С каких обстоятельств вы чувствуете потерю интереса у своей жены? Что произошло, в результате чего ваша жена перестала проявлять к вам интерес? Что произошло? Что случилось? Да, что заставило ее так себя вести? Это тоже довольно важный момент. Надеюсь, вы понимаете. Дальше. Значит, исходя из этого всего, исходя из этих вопросов, можно будет вам дать какие-то конкретные рекомендации, которые вы могли бы использовать для того, чтобы решить свои проблемы. Только на самом деле так. То есть необходимо, по сути дела, узнать лучше, больше. Вполне может быть о вашей проблематике. Значит, либо вы задаете свой вопрос, еще один вопрос задаете вы более развернутом виде. Либо вы, соответственно, записывайтесь на консультацию к любому эксперту, которого вы выберете, и с ним также прорабатывайте данный аспект. Именно так работает психолог. То есть, если вам не нужно это, то вы задаете вопрос в раздел эзотерики. Если вы хотите именно с психологом проработать эти моменты, то, соответственно, нужно больше информации, потому что психолог все-таки больше анализирует предоставленную ему информацию, а не
занимается предположениями. Вот. Но пока то, что вы говорите, что у вашей жены пропал к вам интерес. Так вот, пока я могу сказать вам следующее, что это не совсем у вашей жены пропал интерес к вам. То есть дело не в жене, точнее не только в ней. Дело еще и в вас. То есть вы своим поведением как-то спровоцировали пропажу интереса у вашей жены к вам. И в первую очередь нужно подумать, что именно вы сделали для того, чтобы у нее к вам пропал интерес. Что именно вы совершили такого, что у вашей жены исчез интерес к вам. Вот об этом вам и стоит подумать в первую очередь. Что вы такого сделали? То есть, по сути дела, взять на себя ответственность за то, что непосредственно зависит от вас. А то получается так, что ваша жена, это вообще вот только она есть, а вы как бы не присутствуете во взаимоотношениях с ней вообще. Ну, вы же понимаете, что интерес-то когда-то был, а потом он исчез, и, скорее всего, исчез он не сам по себе. Так что вот это то, о чем вы можете подумать самостоятельно, это то, о чем вы можете поразмыслить сами. И если вы хотите проконсультироваться у психологов, то милости просим, выбирайте любого и начинайте работать с ним. Уверен, результат появится уже очень скоро. Ну а на этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.